Давайте вместе откроем Евангелие Матфея, 12 глава. Let's open to the book of Matthew, chapter 12. 46 стиха до конца главы. From the 46th verse to the end. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. While Jesus was still talking to the crowd, his mother and his brothers stood outside, wanting to speak with him. И некто сказал ему, вот, матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобой. Someone told him, your mother and your brothers are standing outside, wanting to speak to you. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? He replied to him, who is my mother and who are my brothers? И указав рукой своей на учеников своих, сказал, вот, матерь моя и братья мои. Pointing to his disciples, he said, here are my mother and my brothers. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Насколько ценна воля Божья? How valuable is the will of God? Христос говорит, что тот, кто исполняет волю Божью, тот для меня настолько близок, как родной брат, сестра или матерь. God says, whoever fulfills my will is as close to me as my mother or my sister or my brother. Нету близких родственников, чем, скажем, брат, сестра, отец или мать. There's no closer relative than your mother, your father, or your siblings. И Христос говорит, тот, кто исполняет волю Отца Моего, тот настолько дорог и близок для меня. And God says, whoever fulfills my will is that close to me. Матфея 7 глава, похожий стих, 21. And in Matthew chapter 7, there's a similar verse in the 21st verse. Христос говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Jesus says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Повторяется как бы мысль о том, насколько важно исполнение воли Божьей. It's repeating the idea of how important it is to fulfill the will of God. Насколько ценна Божья воля. How valuable the will of God is. И здесь Христос говорит, что тот человек, который исполняет Божью волю, тот будет в Царстве Небесном. And here it says that the person who fulfills the will of God, who does the will be in the kingdom of heaven. Потому что только дети Божьи, они будут в Царстве Небесном. Because only the children of God will be in His kingdom. Только родные Богу будут в Царстве Небесном. Only His close ones, only His family will be there. И человек, который действительно пришел к Богу, полюбил Бога, and a person who has truly come to God, who has loved God, он не может не хотеть исполнять волю Божью. He can't not want to fulfill the will. Потому что это, если его это небесный отец, because if that's his heavenly father, он любит его, then he loves him. Он не может игнорировать то, что хочет его отец. He won't ignore what his father wants. Потому Христос говорит, недостаточно просто говорить, что ну, я хожу в церковь, или я использую имя Божье, говорю Господи, Господи, но тот, кто исполняет волю Божью, действительно тот, кто хочет быть с Богом. That's why God says that it's not enough to just say, you know, just to use the word Jesus or the word God, but to actually live it, to actually have a relationship with Him. Что же хочет Бог? What does God want? В чем же воля Божья? What is His will? Вот сегодня, живя на этой земле, то, что происходит, today, living on earth, everything that's happening right now, лично в твоей жизни, personally in your life, мы не верим в том, что Бог сидит и просто наблюдает, что происходит в твоей жизни, и Он просто сложив руки сидит и ждет, когда, ну, что произойдет. We don't believe that God is just sitting back and watching your life unfold. Потому что Бог всегда действует.
Because God's always acting. У Бога всегда есть воля Его на любую ситуацию. He always has His will for every situation. Для меня лично в моей жизни. For me personally in my когда life. Когда я попадаю в какую-то ситуацию. When I am in a situation. Есть воля Божья. There's a will of God. Есть воля Божья для нашей страны, в которой мы живем. There's a will of God for the country that we live in. Люди могут ее не хотеть. Some people may not want that will. Я могу не хотеть волю Божью. I may not want that will. Ты можешь не соглашаться с волей Божьей. You may not agree with the will of God. Но воля Божья есть. But the will of God is. У него есть план. He has a plan. Он, у него есть план для нашего города. He has a plan for our city. Потому что он Бог. Because he is God. Или кто-то верит, что, ну, мы сами здесь разбираемся своими ситуациями, а Бог там просто, ну, молчит, ничего не делает. Or if some think that we're just, you know, we're taking care of our own business, we're making our own decisions, and God has nothing to do with it. Но это неправда, это не так. That's not so. Потому что Бог действует. Because God acts. И Бог говорит, что все, все творю все новое. And He says, here I create all things new. С Богом не соскучишься. And with God, you won't become bored. Потому что он прекрасный творец. Because he is a wonderful creator. Он премудрый Бог. He is all-knowing and omnipotent God. И он знает намного лучше, как что сделать. And he knows how to do everything much better than we do. И когда мы покоряемся воле Божьей. And when we submit to the will of God. И просто удивляемся, как все-таки прекрасно Бог может что-то сделать. And just be amazed at how amazing God can do it. Если в общем сказать несколько таких больших желаний Божьи, оно записано 1 Тимофея, он говорит, 1 Тимофея, 3 глава. If we turn to 1 Timothy, chapter 3. Извиняюсь, 1 Тимофея, 2 глава, 3... 4 стих. Sorry, 1 Timothy chapter 2, verse 4. Что хочет Бог? What does God want? И тут говорится, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Это воля Божья. That is the will of God. Бог желает, чтобы все люди спаслись. God's will is for everyone to be saved. Иногда люди осуждают или обвиняют Бога, что Бог кого-то, ну, тянет в ад. In times people like accuse God that he is taking people to hell. Но Бога нету в этом сердце. But God doesn't have that in his heart. Он говорит, я хочу, чтобы все люди спаслись. He says, I desire for all to be saved. И достигли познания истины. And to come to the knowledge of the truth. И несколько стихов выше, потому апостол Павел Тимофею говорит, чтобы молиться, как сестра Алла говорила. And then, so a couple of verses higher, Paul says to Timothy to pray. Когда мы молимся, Бог действует. When we pray, God acts. Второе, мы знаем место Писания, Бог говорит, что воля Его — наше освящение. And in a different scripture, it says, His will is our sanctification. Когда каждый человек, который пришел к Нему, хочет быть на Его стороне, он удаляется всякого греха. When a person comes to God and wants to be on God's side, he turns away from sin. И у Бога есть, как я уже сказал, воля Его для каждого из нас лично. And so, like I said, God has His will for each of us personally. И когда мы становимся частью Божьего желания спасения людей, and when we join in on that will and become a part of salvation of souls. Молясь за неверующих людей. When we pray for unbelievers. Свидетельствуем, когда у нас получается возможность. When we witness to them. Мы удаляемся от греха. When we separate ourselves from sin. Являемся этой солью и светом. When we are the light and the salt of the earth. Бог говорит, ты для меня родной. Then God says, you are my dear one, you are my relative. У нас с тобой есть что-то общее. That we have something in common. Общее желание. We have a common desire. И Римлянам 12 глава, там говорится о воле Божьей, какая она. Romans chapter 12, it speaks about what is the will of God. Второй стих. In the second verse. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Do not conform to the pattern of this world,
but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that, and approve what God's will is, His good and perfect will. Итак, первая воля Божья, она благая. And so, first of all, God's will is good. Она добрая. It is good. Божье желание, оно доброе желание. His desire is a good desire. В Старом Завете через пророка Бог говорит, что мои намерения, они во благо, не на зло. And in the Old Testament, how God spoke through the prophet and said, I have blessings for you and not curses. И знаете, живя на земле, много что происходит вокруг нас. And living on earth, there's a lot of circumstances that happen around us. И иногда подкрадываются такие мысли, что, ну, Бог что-то скрывает от нас. And it's almost like you get these thoughts that God is hiding something from us. Что-то Бог нам не додает. Да, Он добрый, но что-то вот Он нам не хочет дать. And it's like, yes, He's good, but there's something that He doesn't want to give to us. Скажем, когда враг пришел к Еве, и Ева говорит, что, ну, Бог дал нам заповеди вот это не кушать. And when the serpent came to Eve, and she said that the Lord has given us a commandment to not eat of this tree. Ева видела Бога, что Божье намерение или Божье отношение к ней оно хорошее. And Eve saw that God's intentions towards her were good. И дьявол говорит, что нет, Бог просто знает, что вы будете как боги, то есть намекает на то, что Бог что-то от тебя прячет. And so he was basically in his intention was saying, look, God is hiding something from you. Как что-то Бог как бы не хочет тебе дать что-то хорошее. And so as though God doesn't want to give you something good. Но это ложь. But that's a lie. И очень часто дьявол обманывает подростков, молодых людей. And so oftentimes the devil tries to trick and lie to young people. Что да, Бог хороший. That yeah, God is good. Но есть очень много удовольствий, которые для тебя настолько хорошие, ты должен их попробовать. But look, there's so much amazing stuff out in the world that God's hiding from you, and you got to try it. И когда молодой человек, он за этим идет, он попадает в сеть. And so when a young person follows those desires, he falls into a trap. Но Библия говорит, что Божья воля, она благая. But the Bible says that God's will is good. Ну, кто-то скажет, ну, есть же все-таки ситуации нехорошие, которые происходят в нашей жизни. And you can say, yeah, like, isn't there still negative situations that come into your life? Ну, скажем, почему я в аварию попал? It's like, why did I get into a car accident? Why was something stolen from me? Why am I going through this? Как бы, если Божья воля благая, тогда почему что-то происходит? It's like, if God's will is good, then why do these circumstances happen? Да, есть моменты, которые мы виноваты. It's, yeah, there are some circumstances where it really just is our fault. Но когда мы молимся и доверяемся Богу, тогда то, что происходит, Библия говорит, оно приходит нам на пользу, оно приходит во благо. But when we pray and we read in the Bible, it says that these circumstances, they are for our good. Например, жизнь Иосифа. For example, the life of Joseph. Божья воля для его жизни. And God's will for his life. Кажется, было, насколько Иосиф прошел ситуацию в своей жизни. And you might think Joseph went through so many different situations in his life. Предательство. Through betrayal. Потом еще раз предательство. And then again betrayal. Потом тюрьма. And then prison. Можно сказать, Бог, твоя воля ко мне, ну, нехорошая. And you might think, God, your will towards me is not pleasing. Я этого не заслужил. And I didn't earn this, I didn't deserve this. Почему я должен через это проходить? Why do I have to go through this? Иногда мы говорим Богу так. And in times we say that to God. Почему я должен через это проходить? Why do I have to go through this, God? Я что, заработал? Did I deserve this? Когда я успел этого заработать? When did I do this? Что я такого сделал, чтобы это произошло в моей жизни? What did I do for this to be in my life? Иосиф вообще ничего не сделал, скажем. Joseph, you could just say he didn't do anything. Он был очень хороший. He was good. Заработал еще хорошую разноцветную одежду от отца. And he earned a bright colorful coat from his father. Кажется, все было настолько прекрасно. And everything was going well.
а потом ямы, а потом побои, а потом предательство. And then the pit, and then the beatings, and then betrayals. Но если мы посмотрим в общем всю эту картину жизни Иосифа, but if we look at Joseph's life at abroad, через это его братья они изменились. That's why his brothers changed. Через эту ситуацию его братья изменились. Through this situation, his brothers changed. Через эту ситуацию они примирились с Иосифом. Through this situation, they reconciled with Joseph. Они его ненавидели. They hated him. Они его терпеть не могли. They couldn't stand him. Потому они его и продали. And that's why they betrayed him. Через эту ситуацию они примирились с Иосифом. And then through this situation, they reconciled with their brother. Через эту ситуацию они покаялись и примирились с своим отцом. Through this situation, they repented and reconciled with their father. Когда мы читаем их историю, у них отношения с отцом были очень плохие. And when we read the story, we see that their relationship with their father was really bad. Но через эту ситуацию они примирились. But through this situation, they were able to be reconciled. Они все-таки рассказали отцу всю правду. And they actually told their father the entire truth. Как они его обманывали. How they were lying to him. И в конечном еще они спаслись от голода. And then, of course, at the end, they were all saved from the famine. Одним словом, когда Бог что-то допускает в нашей жизни, то оно всегда во благо. In other words, when God allows something to be in our life, it turns out to be for our good. Оно произведет в нашей жизни хороший результат. It'll bring a good result in our life. И потому апостол Павел, и Яков, и Петр говорит, что мы должны радоваться, когда впадаем в какие-то искушения. And that's why Paul, Peter, they tell us we have to rejoice when we fall into, you know, certain circumstances in our life. Второе, Библия говорит, что это воля Божья, она угодная. And the second thing that says that God's will is pleasing. Или я взял несколько переводов: приемлемая, подходящая или приятная. It's appealing or it's pleasant. Это получается воля Божья, она лично для меня подходящая. And it's like it fits you personally. Она приемлема лично для тебя. It's pleasing specifically to you. И когда мы начинаем смотреть по сторонам, у него так, а у нее так, как бы мы начинаем жаловаться на Бога. And when you try to compare yourselves amongst yourselves, you say, hey, look, his life is like this, mine's like this, and then you begin to kind of complain to God. Я думаю, что большинство из нас слышали такой пример. And I think a lot of us have heard this example. Один человек жаловался на свою жизнь, и вот ему снится сон. A man was complaining about his life, and he has this dream. У него сон, когда Господь предлагает ему в одной комнате выбрать себе крест. And in the dream, God is offering the man to like pick. There's a cross in a room. И когда он посмотрел на эти все кресты, там был и золотой крест, и серебряный, и, конечно, он захотел золотой. And he was looking at the crosses, different crosses, and there was a golden one and a silver one, and of course he chose the golden cross. И кто знает, что золото, оно тяжелое. And if you know, gold is very heavy. Он его пытался поднять, и он не смог его поднять. And he tried to lift that cross, and he couldn't pick it up. Конечно, следующий был серебряный. And of course, the next one was silver. Он его еле поднял, но не смог идти с ним. He was able to barely pick it up, but he couldn't carry it. Он пробовал другие. He was trying the other crosses. Наконец он подошел, взял какой-то крест, и ему он подошел как раз. And he picked up a cross that was just right for his weight. Он взял и Христос говорит ему, это твой. And when he took that cross, God said to him, that's your cross. Это как раз для тебя. This one fits you perfectly. И Библия говорит, что Бог ничего не дает нам сверх сил. And it says God doesn't give us anything that is above our ability. Когда мы доверяемся Богу, Библия говорит, любящим Богу, призванным по Его изволению, иногда что-то служит во благо. Или все. It says, for those who love God, is it some things that are that, you know, come out to their good, or is it all things? Конечно, я подчеркиваю, что есть моменты, когда мы ошибаемся. And of course, I underline that sometimes we do make mistakes. Скажем, вот сейчас зима наступает. And for example, right now it's snowing and winter upon us. Если мне настолько жарко, что я даже шапку не хочу надевать, и куртка зачем мне она, и
могу без ботинок выбежать на улицу. And if I'm, you know, I'm not cold at all, I can, you know, go outside without a hat, no shoes on, and just walk out in the snow. Ну, я не пророк, но я большой процент, что ты можешь заболеть. You know, I'm not prophesying, but I'm saying, you know, you have a pretty good chance of catching a cold. И потом говорить, что, ну, Бог допустил, чтобы я заболел. And then you can say, oh, it's God's will that I got a cold. Бог ничего такого не допускал. And, you know, it wasn't God that allowed you to have that. Это потому что я как-то по моей вине. It was because of what you've done, you reap the consequences of your actions. Но когда Бог что-то допускает, то он обязательно направлено на добро в нашей жизни. But when God allows something, a circumstance in our life, He definitely has an outcome for that circumstance for our good. И воля Божья, она угодная лично для тебя. And God's will is tailored to be good specifically towards you. Потому когда мы начинаем сравнивать себя с кем-то, and so when you begin to compare yourselves amongst yourself, смотреть по сторонам, you look, you know, to your left and to your right, ну, ей легче, and you say, well, she's having it easier than I have it, ему лучше, he's got it better than I do, почему мне так, why do I have to do this? Конечно, нужно проверять свою жизнь, правильно я поступаю. You definitely have to check your life first, you know, am I acting correctly? Если я угождаю Богу, значит, те моменты, через которые я прохожу, и эта воля для меня, она благая. Am I pleasing to God? Is my life pleasing to God? The circumstances that I'm going through, are they pleasing to Him? Она угодная. Are they good? И третье, апостол Павел подчеркивает, что она совершенная. And the third thing that Apostle Paul underlines is that his will is perfect. То есть туда нечего добавить. And that there's nothing to add to it. Все, что Бог делает, оно совершенно. Everything that God does is perfect. Когда Бог творил всю эту вселенную, Он говорил хорошо, оно весьма хорошо. And when He was creating the world, the universe, He was saying, it is good. И я несколько моментов в моей жизни я заметил, что когда я доверяю Богу в чем-то. And I've noticed that some circumstances in my life when I when I trust in God in some circumstances, Бог дает как раз то, что ты скажешь, вау, ну супер. God gives you the answer that you say, wow, that's just perfect. Ну, лучше не придумаешь. It's like you couldn't come up with a better way yourself, you как know? Раз это то, что я хотел. It's like that specifically that what I was asking for я or помню, wanting. Небольшой такой пример. Я жил в Калифорнии, я хотел себе купить машину на работу. When I was living in California, a quick example, I wanted to buy myself a work car. И я хотел несколько таких, ну, в машине, чтобы были некоторые детали, которые мне нужно было. And I wanted some certain trim packages that I wanted in the car. Я просто молился, говорю, Господь, я тебе доверяю, вот я очень хочу, чтобы... Мне нужна машина, ты знаешь, какую мне надо. And I trusted in God and said, God, you know the car that I want. И так получилось, что я купил машину такую, как мне, ну, серьезно, то, что мне нужно было. And I bought this car that had exactly what I was looking for. И что самое интересное, что я купил у верующих людей. And it turned out that I bought it from a Christian family. Которые тоже молились и просили Бог, пошли нам покупателя. That were praying and saying, God, send us a buyer. И я когда пришел и посмотрел эту машину, я говорю, я ее покупаю. When I came and looked at the car, I was saying, that's it, I'm buying this car. Муж удивился, пошел к жене, говорит, слышь, они покупают машину. The husband went to his wife and said, hey, he's buying our car. Когда мы доверяем Богу. And when we trust in God, Бог знает, что нам нужно дать. God knows what He needs to give us. Если мы как бы сомневаемся в Божьей любви, but if we are doubting His love, мы думаем, что Бог нам что-то не додаст. And we're thinking, oh, He'll keep something from us. Вот что-то вот Бог, да, меня любит, но мне кажется, что Бог мне сейчас что-нибудь кривое даст. Yeah, like God loves me, but I think He's going to give me a sour apple. Когда у нас есть такое подозрение у Бога, по отношению к Богу нужно покаяться. If we have that kind of mindset towards God, we need to repent. Потому что у Бога, Отца Небесного, к своим детям таких намерений нету. Because God, the Heavenly Father, doesn't have those intentions towards His children. Бог говорит, что если вы отцы, будучи злы, то есть вы можете проявляться так, что, ну,
Нельзя так. God says that you, fathers, being evil, то есть вы способны на какое-то зло, вы способны, ну, накричать на ребенка, вы способны как-то неправильно отреагировать в этом смысле. Extending that, saying, not in the sense that you guys are evil, you are capable of evil, you that are able to, you know, yell at your kids, scold them, you know, be harsh to them. Но если твой сын придет и попросит хлеба, то неужели ты дашь ему что-то другое? You know, but if your son comes to you and asks you for bread, are you going to give him something else? Бог говорит, что мое намерение к тебе, оно во благо. And so God says, my intentions towards you are good. Оно угодно как раз для тебя. They're pleasing specifically towards you. Оно совершенно. It's perfect to you. И когда мы доверяем, и когда мы не спешим в своей жизни. And when we trust in him and we don't hurry. Потому что большая ошибка, когда мы спешим. Because a big mistake sometimes is when we're in a hurry and we rush. Библия говорит, что обетование мы получаем в терпении, если я не ошибаюсь, в Евреям написано. If I'm not mistaken, in Hebrews it says that we receive the promises patiently. Когда мы умеем ждать. When we know how to wait. Если Бог тебе что-то обещал. If God promised you something, Бог говорит, что я не человек, чтобы тебя обманывать. God says, I'm not a man that I will lie to you. Библия говорит, что я бодрствую над тем словом, что я сказал. God says, I am diligent and I watch the word that I speak. Если я сказал, Бог говорит, я это сделаю. And he says, if I said it, I will do it. И Бог учит нас, чтобы мы не бросали слова на ветер. And God is teaching us that so that we wouldn't just, you know, throw our words out into the wind. Если мы кому-то что-то обещали, if we promised something to someone, Бог хочет, чтобы мы, как Его дети, тоже исполняли. Then God wants us as His children to fulfill our words. Или каялись перед теми людьми, что обещали и не сделали. Or to repent before those people if we promised something and didn't follow through. Иногда вот какие-то ситуации нелегкие в нашей жизни мы проходим. And sometimes when we go through difficult situations in our life, по отдельности оно кажется нам, ну, больно, неприятно. Individually, if we look at each situation, they might be painful or unpleasant. И есть такая песня по-английски: "At the end, it will be worth it all." And there's this song in English that says, "At the end, it'll be worth it all." В конце оно будет все. Все будет стоить. It's worth the cost in the end. Небольшой такой пример, когда мы печем хлеб. A quick example of when we're baking bread. У нас там есть мука, есть соль, сахар, да? We have, you know, the сахар flour, есть. We have salt, sugar, water. Кто пробовал муку на вкус, просто вот муку? Has anybody ever tried flour? Just take the flour, just taste it. Никто таким голодным еще не был. No one's been that hungry yet. Или просто чисто соль. Or just salt on its own. Или, ну, соду. Or just the baking soda. Но когда ты берешь все вместе, ты запекаешь. But when you blend it all together and you bake it, получается вкусный хлеб. And it becomes, you know, tasty bread. Когда мы смотрим на отдельные ситуации в нашей жизни, when we look at individual, you know, situations in our life, мы не видим смысла. We might not see the cause or like the purpose or the reason. Неприятно на вкус. And it might not be pleasant. Но в конце оно будет все прекрасно. But in the end, once it all adds up, it'll be perfect. Потому что когда мы доверяем свою жизнь Богу, because when we entrust our life to God, это не просто религиозные слова. Я доверил свою жизнь Богу. These aren't just, you know, religious words that we say. You know, I've given my life to the Lord. Если ты доверил, значит Бог работает в своей жизни. If you've entrusted yourself to God, that means God is working in your life. И потому Библия говорит, чтобы мы познавали в этом там же стихе познавали волю Божью. And therefore it says in that verse that we are to know, we are to discern the will of God. Если я через что-то прохожу, значит, Господь, что происходит? If I'm going through something, then God, I want to know, you know, what is happening. Чего ты, Господь, меня учишь? God, what are you teaching me? Или это мои ошибки? Or are these my mistakes? Или я должен через это пройти, потому что это мне нужно? Or do I have to go through this so that, because I need this? Римлянам 8 глава, 18 стих. In Romans chapter 8, verse 18. Апостол Павел говорит, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас.
I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Когда мы идем свою, проходим нашу жизнь, when we go through life, и мы придем, в Божье царство, and we enter into the kingdom of heaven, мы смело можем сказать, это все было ничего. Then I think we'll easily say that everything that went through on earth was nothing. Быть в Божьем присутствии на веки веков. To be in God's presence forever and ever. Это будет все, все наше, наша молитва, наша, наши слезы. It'll, you know, seize all the prayers and all the tears. Когда мы плачем, Бог видит. When we cry, God sees that. Когда мы проходим какую-то ситуацию и мы стараемся делать так, как угодно Богу, потому что для нас воля Божья ценна. When we go through a situation and we try to be pleasing to the Lord because His will is valuable to us. Легко просто махнуть рукой и сделать, как я хочу. And it's easy to just, you know, wave your hand and say, you know what, I'm just going to do it my way. В семье. In a family. Мужчина, вот ему захотелось, знаете, мне надоело, я ушел. You know, a husband says, you know what, I'm tired of this, and he walks out. Поэтому разводы очень большой, большой процент сейчас. That's why the divorce rate is so high right now. Потому что человек... И как раз Библия говорит, что дорога за Христом, она это тесная, тесная дорога. And that's why the Bible says that the narrow is the path that leads to righteousness. И а широкая дорога, она ведет погибель. And wide is the path that leads to destruction. Потому что на узком пути нужно, ну, мне это не выгодно, Господь, но я хочу, как Ты хочешь. And on the narrow path, you know, it's like saying, God, it might not be not worth it. It's like it might not be very easy for me, but it's what you want, so I will follow it. И мы покоряем себя в Божьей воле. And we just go ahead and submit ourselves to His will. Потому что мы понимаем, что воля Божья для меня она благая. Because I understand that His will for me is good. Она угодна это для меня. It's pleasing for me. И когда мы не смотрим по сторонам, мы не разочаровываемся. And if we don't look around, you know, side to side, then we don't become discouraged. И мы понимаем, что то, что делает Бог, оно совершенно. And we understand that what God is doing, it is perfect. Знаете, последний пример, оно так похоже отношение с детьми и с родителями. And this last example is similar to the one with the parents and the children. Когда дети ведут себя так, как будто ты ему что-то ты жалеешь ему чего-то. When kids act as though you are like holding something back from them. Но ты уже показываешь, ты же это и купил, как бы, и вот это не жалеешь. Ну, ты бы все отдал бы, только ты понимаешь, что человек не дорос. You're I would give you everything, but you're just not old enough yet. Все, что у меня есть, это, ну, оно в принципе твое. I mean, everything that is mine, it's yours. Интересно, когда мы так ведем себя по отношению к Богу. And it's interesting when we act that way before God. Не доверяя ему. It's we're not entrusting him. Не покоряя свою жизнь Богу. We're not submitting ourselves to his will. Потому что мы как бы думаем, что Бог, я могу лучше, чем Бог. Because we think like, oh God, I can do this better than you can. Как раз Библия сегодня нам напоминает, Бог напоминает, что Его воля, она благая, она угодна, совершенна. God is reminding us that His will is good, pleasing, and perfect. Мы живем в интересное время. We live in a very interesting time. Мы войдем в историю. This year will definitely go into the history books. Пройдут года. As the years go by. И нечестивые делают, чего они хотят. And the wicked are ravaging. И все-таки иногда думаю, вот люди, которые делают ложь какую-то, несправедливо что-то делают. And when people are, you know, living a lie or doing something unjust. И знаете, так внутри заедает, думаешь, ну я бы что-нибудь уже сделал бы. And ну, you almost get irritated inside and think, man, I would do something about it. Знаете, придет время, Бог все поставит на свое место. But a time will come when God will put everything in His place. И то, что каждый человек будет получать то, что он заработал. And every man will receive that which he worked for. Знаете, те люди, которые сейчас делают зло, для меня вопрос большой для них, они не думают о своих детях.
And the people that are doing evil right now, my big question is, they're not thinking about their children. Потому что они призывают проклятие на себя и на свою жизнь. Because they're calling a curse upon themselves and their life, their lineage. Но как раз я хочу призвать нас сегодня сейчас в молитве, чтобы мы познавали Божью волю для себя. And I want to acknowledge in prayer right now God's will for me personally. В моей жизни, в этих переменах, Господи, что я должен делать? Through these changes, God, what am I supposed to do? Как я должен себя вести? How am I supposed to act? Проводить свое время. How am I supposed to, you know, spend my time? Каждый человек, который сейчас в политике или где, он будет отвечать перед Богом. Every person in politics and in authority will at one day stand before the king. Как я вначале сказал, но Божья воля все-таки есть для нашей страны, для нашего города. Because as I said in the beginning, you know, there is a will of God for our city, for our country. Поэтому мы как христиане должны познавать Его волю. So us as Christians, we are to discern the will of God. И благословлять наш город. And bless our city. Благословлять тех, кто правителей. Bless those who are in authority. Чтобы Божья воля происходила, не чья-то, а Божья. So that God's will be fulfilled here, not somebody's will, but God's will. Потому что она благая, угодная и совершенная. Because it is good, pleasing, and perfect. Поэтому давайте мы сейчас в этой молитве мы помолимся за нашу страну. And so therefore right now, let's pray for our country in this prayer. В четверг у нас была молитва. We had prayer on Thursday. Интересно, когда мы начали молиться именно за нашу страну, просто Дух Божий ходатайствовал. And it's interesting to see how when we began a prayer for our country, the Holy Spirit just began to intercede. Просто было ощущимо, как Дух Божий побуждал молиться. And we could sense how the Holy Spirit was just urging us to pray for the country. Я думаю, что это время, когда мы должны объединяться в молитве больше. And I know that right now it is a time that we need to unite in prayer. Когда церковь Один пастор говорит, что я думаю, что в Америке убрали молитву со школ, там, еще откуда-то. And a pastor was saying, I was thinking they've removed, you know, prayers from the schools and stuff. И говорит, когда я посетил несколько церквей, я понял, что христиане забрали молитву. And after visiting churches, he said that I understand that now it's the Christians that have taken the prayers out. Молитвенное собрание, оно очень сильно низкое посещаемость во многих церквях. The attendance in prayer services is just at an all-time low. И я просто вдохновляю каждого из нас. And I just want to encourage each and every one of us. Это время нам объединяться в молитве. That this is the time that we need to unite in prayer. Это не то, что мы должны молиться, пока Трамп выиграет. It's not that we need to pray until Trump wins. Нам нужно объединяться, потому что время, в котором мы живем, оно меняется действительно на наших глазах. It's because the time that we're living in, we can truly see how situations are just changing right before our eyes. И, возможно, оно будет меняться к худшему. Мы не знаем. And it can change in any direction. It could be worse. We do not know. Но мы как церковь должны объединяться в молитве. But we as the church need to unite in prayer. Познавать Божью волю. We need to discern the will of God. И когда Бог нас будет к чему-то побуждать, чтобы мы действовали. And when God, when He calls us to something, we need to act. Потому что когда нечестивые действуют, это не то, что Бог хочет, чтобы мы, христиане, прятались. Because when the evil ones are doing their deed, God doesn't want us to hide. А наоборот, Бог говорит, ты должен как раз сейчас еще больше подниматься. But in fact, we need to be the ones to rise up and be the light. Потому что чем больше сгущается тьма, там нужно больше света. Because the darker the situation, the darker the room is, the more light you need. Там как раз особо нужен свет. That's where specifically that where the darker it is, where that's the place where you need light. Amen. Amen. Есть еще просьба, кто-то хочет, чтобы за него помолились, еще за какие-то нужды. Is there any specific needs that you need prayed for individually? И мы будем сейчас молиться. And we'll pray right now. Чтобы нам познавать Божью волю. That we will know the will of God. И молиться за нашу страну, город, штат. And we'll pray for our country, our state, our city. Давайте мы встанем. Let's rise.